Всем привет, я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог «Стельмах про авто». Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я за полярным кругом в Лапландии на знаменитом полигоне White Hell, Белый Ад. И мы тут будем тестировать шины Nokian. Мы находимся в самом длинном ледовом тоннеле из настоящего льда. Длина его 700 метров. И сейчас по этому льду будет ехать новинка Nokian Tyres, которая решает вопрос, нужны шипованные шины или не нужны шипованные шины. Вопрос Nokian Tyres решают очень просто. Они сделали шины, в которых шипы по желанию водителя могут убираться и наоборот вылезать из шины. Сейчас мы это увидим. Над этой сверхсекретной разработкой в Nokian работают уже несколько лет. И каждый год она совершенствуется. И вот, наконец, поставили шины с убирающимися шипами на Porsche Cayenne. И как это все выглядит, мы сейчас увидим. Вот шипы вылезают из своих ячеек. Вот они вылезли. А потом они будут туда же прятаться. А пусть теперь спрячут. And turn off. А где эта кнопка? Где кнопка? Вы нажимаете. Минна. Минна. Где эта кнопка? Мы мелено я накупала на этом. О, там они не очень хотим снимать там то, что внутри. Хорошо. Любой сад это. Да, кнопку нам не показали, и поэтому. Это секрет Nokian. Вот так вот на льду, когда шипы не выпущены, прокручиваются колеса. А сейчас он выпустит шипы, и можно будет стартануть без прокрутки колес. Вот он нажал кнопку, выпустил шипы, и сейчас машина стартует совсем по-другому. И на льду остался вот такой вот след от шипов. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стельмах дас авто» на Радио Вести. И, конечно, ставьте лайки!